серия Невилазион Skin Therapy. Это полноценный уход для решения следующих проблем. Бромгидроз, гипергидроз. Я напомню, что очень часто клиенты приходят с проблемой влажности стоп, жалуются на проблему запаха. И не только мужчины. Безусловно, еще мы говорим с вами про проблему трещин, сухости кожи стоп. И люди ищут часто что-то, что можно использовать для смягчения грубой жесткой кожи. Наверняка вы уже брали какие-то средства на витрину, пытались как-то их презентовать, но, безусловно, важно еще то, что вы используете в работе. Вот здесь как раз есть альтернатива прекрасная в связи с тем, что эта линейка может использоваться вами в работе во время процедур и в завершении процедур, и сразу же рекомендоваться в домашний уход. Из-за того, что очень широкий ассортимент, клиент часто не может сделать выбор и уходит ни с чем. Именно поэтому вот такой компактный очень формат из 5 средств, из 6, извиняюсь, средств, поможет вам, ну, правильно сделать выбор. Я напомню про то, что у нас есть бонусная карта, которую вы можете приобрести. Она имеет массу плюсов. Карта уникального формата, она позволяет вам получить 40% скидку именно на это направление домашнего ухода. Цены у нас на сайте представлены исключительно рекомендованные розничные, то есть те, которые мы рекомендуем выставить на витрине на продажу. Ну и клиент, в принципе, не может найти эту продукцию нигде и не может найти ее дешевле в том числе. Поэтому вы можете быть уверены в том, что вы застрахованы со всех сторон. Главное только включить свое красноречие, правильно подобрать средства по проблеме. Не могу сказать, что эти средства можно совмещать между собой. К примеру, очень актуален формат совмещения пудры, например, с дезодорантом. К примеру, актив. Есть всего 3 вида дезодоранта, точнее 2, и еще один спрей. Я вас познакомлю сейчас с составом, и просто запомните, что стоимость дезодорантов 1100 всех 3, а вот по бонусной карте у вас 40% скидка и кэшбэк, который вы получаете от розничной цены. То есть не от цены, уже с учетом скидки, а от цены изначальной по прайсу, по рекомендованному розничному прайсу. Такие приятные вещи, но когда вы начинаете делать заказы, и если вы еще попадаете на акцию, например, делаете предоплату на карту при оформлении заказа, у вас все эти бонусы, купоны суммируются вместе с баллами, и вы таким образом ощутимо сокращаете сумму заказа. Можете сами удивиться тому, насколько ошеломляюще бывает просто разница в скидке. Так что не стесняйтесь, спрашивайте у наших менеджеров про бонусную карту. Что касается дезодорантов, то всего есть 3 степени защиты. Вообще дезодоранты чаще всего эффективно регулируют именно процесс потоотделения и избавляют очень здорово от неприятного запаха, бромгидроза. Что касается именно излишней влажности, гипергидроза, то все-таки, конечно же, совмещают лучше эти средства с пудрой, которая является лучшим абсорбентом, извиняюсь. И в данном случае, конечно, лучше всего устраняет эту излишнюю неприятную влагу, которую клиент испытывает на протяжении всего дня. Напомню про то, что антибактериальные средства, может быть, не такие популярные по сравнению, например, со средствами для заживления трещин, но вследствие не соблюдения правил гигиены и как раз вот отсутствие должного ухода при такой проблеме приводит часто к тому, что появляются микозные заболевания, грибковые заболевания, и вот в последующем уже само лечение, оно совершенно другое, и это очень-очень неприятное лечение, и, безусловно, дорогое, часто малоэффективное. Приходится тратить очень много времени на то, чтобы сдать анализы, вообще посещать кабинет подолога уже в том числе. Так что не забывайте об этом клиентам вашим напоминать. Гораздо проще предупредить, использовать на протяжении долгого времени комфортный дезодорант, который действительно здорово освежает стопу,
делает кожу чистой. Плюс здесь еще эфирные масла в составе, которые не просто пересушивают кожу, они ухаживают за ней. То есть это не просто какая-то ударная доза подсушивающих компонентов, которые просто потом приводят к тому, что клиент страдает уже наоборот проблемы комбинированный тип кожи, когда и сохнет вроде бы, да, и в закрытой обуви все равно испытывает клиент дискомфорт от влажности. Дезодорант вы также можете использовать в завершении процедуры. Например, совместить с крем-пеной Нивелозион с легким увлажняющим действием. Или летнее время года завершить процедуру только дезодорантом. Спрей защитный с бирюзовой надписью – это как раз тот комфортный формат, особенно в летнее время года, в связи с тем, что он обладает замечательным освежающим эффектом. Объем здесь 125 мл. Состав, ну, постараюсь вам приблизить, сфокусировать. Вы можете посмотреть, здесь большое количество экстрактов. Здесь у нас есть также ментол в составе, экстракт шалфея, экстракт серы, молочная кислота. Ментол не в самом начале состава, поэтому он не будет охлаждать. Он очень хорошо ухаживает за кожей, поддерживает вот как раз ее вот естественное состояние, когда нам приятно ощущать свежесть. Не наблюдается неприятного запаха, однозначно могу это точно сказать. Протестировано средство не раз в течение всего дня. Но это не формат дезодоранта под давлением, это формат тоника, в котором есть вот такой вот пульверизатор. И здесь просто достаточно распылить средство. Это, кстати, важно при транспортировке, потому что в регионах мастера многие не могут дождаться свою продукцию. Очень долго идет заказ, если в составе посылки есть такие вот средства, баллончики. Они, конечно же, авиасообщением не отправляются, к сожалению. Но есть еще более сильные средства. Здесь мы с вами говорим про ежедневный уход, про летнее время года, про клиентов, которые хотят просто ухаживать за собой и не страдают каким-то чрезмерным потоотделением и неприятным запахом. Что касается дезодоранта «Актив», то здесь уже в составе эфирное масло грейпфрута. Состав у нас размещен вот здесь вдоль баллончика. Мы здесь видим тальк, мы здесь видим экстракт серы, также ментол. Соответственно, этот дезодорант обладает освежающим действием. И экстракт мякоти грейпфрута. Средства все обладают освежающим, очень приятным цитрусовым ароматом. Ну, что касается перевода, то вы можете посмотреть, что здесь обязательно всегда указан состав, способы применения, назначение, действия. Наш юридический адрес обязательно, так как мы являемся официальным поставщиком на территории России данного бренда. И это средство безумно тоже экономично. И самое главное, что его достаточно распылять особенно тщательно в межпальцевых пространствах, потому что именно оттуда чаще всего у нас и образуется такое явление, как бромгидроз и неприятный запах. Данное средство актуально для женщин, для девушек, для тех, кто регулярно ходит в спортзал, например, в кроссовках, в закрытой обуви в течение дня, занимается активно спортом, ведет активный образ жизни. А что касается последнего формата, то это уже дезодорант с вот с такой голубой вставкой на этикетке. Это мультифункциональный дезодорант, который уже подходит в том числе не только для кожи ног, но и для обуви. Вы можете увидеть слово «шу» на английском языке, это означает как раз обувь. Это средство у нас уже используется в тех случаях, когда, ну, представим мы ту вечную неприятную ситуацию, когда у мужчин постоянно наблюдается запах обуви, запах белья, носков, и безусловно хочется как-то решить эту проблему, потому что мужчины чаще всего не любят за собой ухаживать, и уж тем более заставить его наносить крем какой-то очень тяжело. Дезодорант в данном случае
идеальный просто формат, и подтверждают все мастера, кто протестировал данное средство уже, и свои клиенты подтверждают это. Это средство действительно очень-очень быстро решает проблему запаха. В течение 2 недель вы можете забыть о проблеме неприятного запаха от обуви, от носков. Средство тоже можно использовать в том числе и в обувь, и на кожу стоп. Так что обратите внимание именно на мультифункциональный дезодорант, особенно к 23 февраля. Это очень мощное средство, причем никак не вредящая кожа, а действительно восстанавливающая. Вот это регулирует очень хорошо процесс потоотделения и устраняет замечательно просто запах, убивает все вот эти неприятные бактерии, которые его вызывают. Также у нас с вами, напомню, пудра. В последнее время вы ее очень любите. Не очень понятный в применении формат. Мастера не всегда понимают, как ее можно рекомендовать. Напомню про то, что вы сами весь день находитесь в обуви, поэтому смело используйте ее в работе, вы увидите, насколько она замечательно помогает вам в течение дня сохранять тоже в профессиональной обуви сухость, свежесть. И, кстати, она также дает очень хорошую антибактериальную защиту. Вы весь день находитесь в кабинете, особенно если мы говорим про специалистов медицинского педикюра, где приходят клиенты с различными заболеваниями, в том числе и с грибковыми заболеваниями. Пудра это очень-очень экономично. Еще раз напомню про то, что здесь у нас есть вообще объем 110 грамм. Давайте посмотрим с вами еще раз состав. Тальк, оксид цинка, экстракт серы, экстракты сечелистника, квасцы, камфора. Я напомню про ментол, в том числе эфирное масло эвкалипта. А я напомню про то, что квасцы – это тот компонент, который обладает очень хорошим кровоостанавливающим, ранозаживляющим, антибактериальным действием. Это тот природный кристалл, минерал солевой, натуральный, который в измельченном виде здесь является одним из компонентов, как и в линейке Podologic Fitness профессиональной серии. И очень здорово помогает справиться с проблемой опрелостей. Вот как раз совместить его с дезодорантом будет лучшим, наверное, вариантом в случае, если, ну, в подростковом возрасте, например, часто клиентки тоже приходят для своих близких, спрашивая про какие-то очень эффективные средства. Так что можно использовать. А здесь компоненты вы видите, которые также ухаживают за кожей. Плюс еще важно, вы можете эту пудру использовать под перчатки. Весь день, если мы и особенности в процедуре педикюра работаем в перчатках, конечно же, руки потеют, и это также травмоопасно. Поэтому для того, чтобы создать себе комфортное ощущение для работы, вы можете таким образом использовать ее и для себя в работе. Что касается именно двух кремов, которые у нас являются самыми, наверное, актуальными по решению проблем, я просто напомню про то, что у нас есть крем «Актив» и крем восстанавливающий «Репэ» называется. Они у нас идут в очень красивой упаковке, очень презентабельно. Вы видите, что действительно этот формат приятно держать в руках, приятно рекомендовать. Выглядит все очень дорого. Упаковка сама внутри содержит вкладыш. Единственное, что так как производитель у нас является, находится в Европе, то, соответственно, здесь мы с вами просто можем использовать возможности нашего смартфона, осуществить перевод. Ну а вообще весь перевод использован здесь и сделан для вас на русскоязычной этикетке дополнительной. Так что вот есть вот такая вот брошюрка, которая как раз содержит все рекомендации и способы применения и полное описание того, что клиент держит в руках. Здесь можно также использовать, например, эту памятку для себя. Посмотрите, здесь есть, например, перечень активных компонентов, которые еще подробно описаны, ну,
что за что отвечает, что для чего используется. Например, мы с вами видим антифунгал 4F, это запатентованный комплекс, который справляется здорово с различными вредоносными микроорганизмами, в том числе грибковыми инфекциями, а и обладает очень хорошим именно таким антибактериальным действием. Мочевина, в том числе, которая увлажняет и защищает кожу, это я вам перевожу уже состав, очень хорошо смягчает ее и как раз регулирует процесс образования кератинизации, то есть вот этого излишнего образования рогового слоя. Например, Lipid Repair System, тоже комплекс Dermaprotect, пчелиный воск и так далее. Это стоит также изучить и вам. А что касается самих двух средств, то эти кремы у нас безумно популярны. Это хиты продаж. Это два средства, которые подходят либо при проблеме сухой кожи стоп, либо при проблеме поврежденной кожи стоп. Если мы с вами говорим про сухость, то запомните просто розовый цвет на этикетке. Это крем, который у нас содержит в составе компоненты, направленные на такое глубокое увлажнение. Очень комфортный в использовании в течение всего дня. Ну, конечно же, напомню про то, что кремы лучше использовать ночью, так как ночью наши защитные функции кожи в разы усиливаются и кожа быстрее восстанавливается. Я вам покажу еще раз средства внутри, в консистенции. Белый крем с очень приятным, легким травяным ароматом. Тоже разумно используется. Объем 75 мл. И этого средства хватит на несколько месяцев использования, если мы используем его на ночь. Как следствие, клиент сможет эффективнее решить проблему сухости, неприятной стянутости кожи стоп. Ну а если все-таки клиент у вас страдает проблемой повреждений на коже, кожа потеряла эластичность и уже мы наблюдаем поверхностные трещины, это первые признаки, поэтому обязательно, конечно же, мы предупреждаем эти проблемы и рекомендуем обязательно средства домой. Вы можете, конечно же, трещины поверхностные, если они незначительные, зачистить, раскрыть, но даже если вы нанесете мазь против трещин в конце процедуры, такого эффекта заживляющего мгновенного, конечно же, не будет. Поэтому клиент долгое время пренебрегал средствами ухода, довел ситуацию до того, что кожа стала просто терять свою эластичность и восстановительные функции, и упругость. Ну и, соответственно, нужно, конечно, время для того, чтобы ее восстановить. Поэтому вот как раз крем с такой прошу прощения, оранжевой вставкой очень эффективен в случае, если вы, например, думаете, что предложить. Крем Podologic Lipid System, который является у нас заживляющим при проблеме трещины глубоких в том числе, либо все-таки более легкий вариант крема, который очень быстро решает проблемы, особенно поверхностных трещин. Здесь у нас в составе есть мочевина. Состав указан сбоку. Ну и здесь также есть экстракт меда, глицерин, экстракт прополиса, пчелиный воск, средства, которые направлены на такое глубокое восстановление кожи, заживление. Он, конечно же, более густой по консистенции. Он очень похож на мазь против трещин из серии Podologic Lipid System, но все-таки не такой густой и тягучий. И этот крем показан клиентам с сахарным диабетом. Так что и как альтернатива вы можете его использовать в связи с тем, что крем Podologic Lipid System у нас в объеме 75 мл, но он в закупке для вас стоит ровно столько же, сколько стоит этот крем, именно вот этот в продаже для клиентов. Вы можете как раз предложить клиенту прекрасную альтернативу, потому что крем Podologic Lipid System получается для клиента по цене дороже.
Но напомню про то, что если все-таки клиент пришел с проблемой сахарного диабета и проблемой глубоких трещин, лучше, конечно же, использовать крем под лоджик-липидсистем, который, будет более концентрированным, наверное, скорее правильнее сказать, будет по составу. Так что обязательно запомните эти рекомендации. Эти средства у нас в интернет-магазине представлены по цене 960 рублей. Вы читаете 40%, если у вас есть бонусная карта. Очень актуальный ассортимент, который однозначно поможет вам увеличить средний чек. Не забываем и про этот важный момент. Клиенты однозначно скажут вам спасибо. Ну, а мы с вами давайте как раз и напишем слово «домашний уход». Проверим, насколько внимательно все слушают, а не смотрят на данный момент. Немножко изменим формат. И я напомню про то, что у нас конкурс. Достаточно написать слово «домашний уход» и выиграть крем против трещин из серии Podologic Lipid System. Домашний уход. Если вы видите, что ваши коллеги пишут, уже на экране появляется фраза «домашний уход», то пишите тоже. Участвуйте в конкурсе. Может быть, кому-то повезет вдвойне, так как у нас объявлен, должен быть уже победитель с прошлого эфира. Напомню, что участвовать можно неограниченное количество раз. Домашний уход. Это то призовое слово, точнее фраза, словосочетание, которое позволит вам получить от нас бесплатно в подарок с бесплатной доставкой крем против трещин Podologic Lipid System. А на самом деле очень часто клиенты не любят формат домашнего ухода в кабинетах у специалистов по педикюру, потому что чаще всего там представлены средства или линейки, которые обладают таким медицинским аптечным запахом. Это многих, конечно, тоже отталкивает. Все-таки всем хочется, чтобы ничего не нужно было делать, все само прошло, и мастер все сделал за меня, за клиента, точнее, так клиенты и рассуждают. И, конечно же, многие не задумываются о том, сколько у них на полочках стоит средств различных, которые они покупают в различных сетях магазинов формата масс-маркет. Но все эти средства, если сложить вместе, превышают в разы стоимость одного профессионального препарата, который эффективно справится с проблемой гораздо быстрее. Так что зря тратят многие деньги, покупая кота в мешке, разочаровываясь, и потом не доверяют еще и своим специалистам. Спасибо вам большое. Я напомню, что с бонусной картой 40% скидка действует на весь ассортимент. Кэшбэк от цены не со скидкой, а от изначальной рекомендованной розничной цены. То есть, если вы покупаете, например, спрей, дезодорант, то у вас кэшбэк действует от цены по тому прайсу, по которому приобретают продукцию ваши клиенты. Вы покупаете все со скидкой 40%. Помимо этого, вы сами принимаете решение, когда списать бонусы. Они не сгорают в течение 3 месяцев. А если вы еще и посещаете наши семинары, мы вам дарим бонусы также за то, что вы к нам приходите. Это 500 бонусных баллов. 1 балл, 1 рубль. Если вы пишете слово «домашний уход» здесь, то у вас есть шанс выиграть крем против трещин. Напомню, я вижу просто новое. У нас подключаются зрители. Но мы завершаем наш прямой эфир. Ждите расписание воскресенья, очередное на неделю. Всем большое спасибо за эфир. Я напомню про то, что не забывайте настаивать на том, что клиент должен ухаживать за собой дома. Только надеяться на вас он не должен. В особенности, если он вдруг приходит к вам всего лишь 2 раза в год. Всем большое спасибо за эфир. Отлично. Домашний уход. Давайте еще дадим шанс тем, кто у нас подключился.
Домашний уход – это контрольное кодовое словосочетание, которое позволит вам выиграть крем против трещин. Благодарим и вас за эфир. Всего хорошего. Хорошей вам рабочей недели. Берегите себя и ваших клиентов. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До понедельника.